Бизнес-завтрак прошел в среду для предпринимателей Тверской области. Опытные бизнесмены рассказали начинающим об институте наставничества. Все подробности в сюжете Натальи Чекет. С 2019 года в Тверской области реализуется национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства. В его рамках организуются различные образовательные мероприятия. Сейчас для бизнесменов региона, а также тех, кто только планирует открыть свое дело в столице Верхневолжья, действует центр оказания услуг для бизнеса. Для начинающих это будут какие-то тренинги по генерации бизнес-идей, для действующих по развитию компетенций. Для тех, кто давно с нами, мы делаем конференции, форумы. С октября этого года на территории Тверской области планируется реализовать проект по наставничеству для начинающих и опытных предпринимателей. На его базе менторы будут рассказывать о построении бизнеса, как делать первые шаги, а для действующих проводятся тренинги и мастер-классы. Я верю в эту перспективу, что это будет работать и здесь. Почему нет? То есть это очень перспективный, интересный регион, и здесь есть перспективные, интересные ребята, для которых, вот, может быть, не хватает какой-то малости. На реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Тверской области в 2019 году заложено более 423 миллионов рублей. Из них более 211 миллионов рублей по линии фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства.